Так, да, красный. Имейте в виду, будут не атакамцы, а еще эти, как пуляются-то эти на фугасом-то, блядь. Лансы. Как? Лансы. Лансы, вот. Нидерландские. Ну, это тоже бессмысленно, юнит уже. Так. Короче, этот. Истерика. Да-да-да. Хоть свое имя пропиши, я просто не в курсе. Как звать-то? Истерика пойдет. Она вообще просто на обычное имя прописана. Зови его Николай. Меня Владимир зовут. А ну Вова. Ты же не написал, знаешь, Николай. Вова. Вот. В конце подписывай, и все, и будет всем понятно, и всем счастье. Ну все, мы штурмуем с тобой центр. Харитон, закрепляемся, а там видно будет. Нам, кстати, нужно, чтобы справа никто не пролетел. Пираф, устроишь? Попробуем. У меня ж так много очков. Да. То есть на начало закрепляемся, я потом подвожу эти... Артиллеристы себе понабрали в обувь, я надеюсь? Не хотят отсасывать я других? Я вам поп не оставляю. Нахер он мне нужен. А чего вы жметесь насчет фобов так? Очков мало на старте. Смотрите, у нас сколько фобов. Я сомневаюсь, что у них столько же. Ну, у них, чё, надеюсь, столько же. Бордер, что случилось с бордером? Я вылетел. Болеет. А чё 2 часа? Почему не 24 часа и 48 минут? Так, нам надо на Дмитрия. Мне нужны вертолеты ПВОшные, которые всех собьют. У меня нет. Я пас. Я могу тебе дать только... Ты возьми с собой что-нибудь ПВОшное, Алекс, ладно? Прак. На, ты теперь В8, я беру ПВОшное, короче, все ПВОшное, там, разведку всякую херню. Такую. Не, разведку оставь, чё? Не, разведку я просто взял сюда, смотри, видишь, вот сюда мне нужно успеть поставить. Вот сюда разведку поставить, понимаешь? Не, ну разведку поставь. Ну, давай разведку я возьму. У меня идет еще, мне хватает только на безрадарную Ниву. На одну штуку, все. И ну и со мной, давай, у меня просто на одну стрелу. А хотя, у меня хватит на бук один. Возьми лучше снабжение мне туда подгони. Мы устроим. Все, взял я 4 ПВОшных вертолета. ПВОшные вертолеты на Дмитрия все. Снабжение тебе куда именно? На красную? Ну вот смотри, я вот сюда поставлю. Короче, давай вот сюда куда-нибудь. Сюда снабжение надо. Я разве этот вертолет вызвал туда направо? 50 дуек. Будет у тебя там вертолет целый? 6 тысяч снабжений. У меня там один элитный танк, должно хватить в принципе. Датчики. Летит вертолет. И этот лонгбоу слева. Харвест кистерика, убирайте шляпки влево. Этот сбивайте этот. Не, все-таки какой-то адовый приток. Надо было минус 40 ставить. Нормально все будет. Слишком большой приток очков учу. Ты слишком большой. У меня большой, да. Не завидуй. Разведчики готовы, сэр. Я знал, что ты скорее всего это. Не обхватишь. К вашим услугам, сэр. А двумя руками. Парни, закрепляемся на... Рискни. Ракета к старту готова, сэр. В ходьбе от серов выбрасываешь вперед и подтягиваешься потом. Конечно. А если попробовать полный хват обнять? Ну, двуручный меч. Мертвый разведчик. Исследуем территорию. Зора, разгружай БТР-7. Ты способен туда запихнуть двуручный меч, как типа глотать саблю? Так, на Федор попытаюсь посмотреть, что там происходит. На Дмитрия кто играет? Я что-то никого не вижу. Видите вот это? Парни, у нас на Дмитрия вообще кто-нибудь есть? Это там главная точка, за которую будет игра. Мирка вытопал. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Ждем новых приказов.
Рико, у тебя есть мертвую пехоту, давай обратно в БМПху и на Федор быстрее. Синдром Улирена включаю, Гранта. Да все, гоню, гоню. Все равно увидели. Жду приказаний, отбой. Блин, туда бы, я не знаю, какой-нибудь этот самолет, я не знаю, там какой-нибудь. О, Кумару Шик лезет. Такси, такси заказывай. Так, а что стрелы там, на да? Челленджер вылетел. Там эти, японская херня есть повышенная вроде, нет? Слева Дмитрий, артой стреляйте по лесу. Метку поставил. Отправляемся. Парни, синдром, высаживаю разведку. Все, я 4 отряда пехоты веду туда. Вам нужна лишняя пара глаз, сэр. Шемка стоит. Не, не надо, отводи. Есть, пехоту отводи. Все понял. Отводи. Понял. Меркау 3D убита. Есть радар? Радар есть? Есть, послал. Такси заказывали? На Макбет. Отправляемся. Заводи мотор. Мимо. Блять, еще промахнулся. Сковшийся ракет. Блять, челленджер второй. Свети его. Сейчас Глеб откатится. Свети. Надо забрать. Он как раз боком. Блять, второй Глеб. Вот Ланс. Светите, челленджер. Челленджер нужен светить. Триоты едут. По центру, видите? На перех переключаюсь. Историка, переключайся. Не укрепляй, переключайся налево. Что если можешь, это, стрибкис этот закупай. Что закупить? Истребители. Я понял. Ну, самолеты ПВОшные. Все сейчас будут самолеты. Проконтрил Марс, проконтрил Вадим. Свети, блин! Такси заказывай! Радар прикрываю, Глеба. Давай. Туда бы нам и стрибки бы еще. Блядь, да как так-то, а? Еще один пошел. Так, еще ладно. Один пошел. Облом. Вот его выбить, короче, и все, и до свидания, нахер. Там можно сейчас очки добью. Все, минус, все, рашьте. Новая доставка на подходе. На Федоре куда отработать с пламенем? Ну, вот здесь есть. Работаем. 3-4 отряда. Синдром аккуратней с разведкой. И чувак морально это плевнул. Морально плевнул? Так, я вам там дефора еще топового заказываю. На Дмитрий. Давай вихор заказывай. Истребки нужны. Истребители. А может мне лучше взять? Нафиг истребители. Истребители нужны. Брат, вертолетик летит слева. Ладно, возьму брать один пока истребитель. Нам нужно вот это говно. А, евро, там. Элитный. Евро-элитный. Курносик справа. Над нами. Ждем новых приказаний, сэр. Все, минус. Примерно еще будете играть. Не больше часа 50. Я думаю, не очень долго, минут 20. Ждем воздушных целей. И вот так, да? Не надо, чтобы вы играли минут 40. Это вряд ли, извини. Разведку веду к вам. На Дмитрий. Еврофайт и Лави. Лави. Перехватить Лави может кто-нибудь? Пытаюсь. Возможно, только накажу. Вот построено, ждем приказа. Че у меня убило это танки? Лави сбит. Что
Евро, вот евро бы еще сбить бы. Нет, летим, нет. Вы выслал меня бы не сбил. Я сказал бы, что у вас за карта, я поиграл. Вы уже 10 раз сказали, что у нас за карта. Апокалипсис. У нас тут какая-то верта херня, есть чем перехватить сявы? Да вон сявы едут. За... Дым-то зоро заведи это. Так, чуть назад. А, ну ладно, нормально. Короче, я там выслал крузин жить Митриц первый, смотрите, что там у них летает. Только не дайте его сбить. F100 какой-то, какая-то херня, короче, на центр, на Дмитрий летит. Да это Нурсаос. По сямам, блядь, летит. Они застанены, блядь, не едут ни хера. Пытаюсь, нет, не успею. Накажу только. Пира минус одна. Сяву к вам веду. Парни, ноны, зора. Ноны. Японский городовой. КШМ-ку высаживают, скорее всего, сюда. И тащат ее сюда. Подготовьте истребитель слева. Зачем сливаю? Не сливаю. Блять, в лопе, сука. Вот поэтому каркал. Сливаешь. Она каркал просто. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Парни, арту кто-нибудь контрит? Нет ихнюю? Контрит? Нет. Там 3 деки. 2 СТРВ 121 слева. Нужно убивать. Убивайте вертушку. Убирайте. Синдром, убирай вертушку. Тунгуска, твоя нужна. И вот так, да? Метка, синдром. Бобрец. Алекс, не его установи, там харьер. Какой ты медленный синдром. Блять. Синдром, там, наверное, 3 ночи уже не спал. Медленный. Зра он. Нет, медленный. Парни, нужна помощь. Вихор, Харвест. Вихор огрёв. Сейчас помогу. Медленный или нет, а вот убрать заметь. Пехоты бросать на медленно, да? Повезло. Блять, оружие заклинило, отхожу. Ты им повезло, что этот лесок без него ушёл. Отпустил, короче, 2 галеба на них. Там автоматик едет, вот куда-то в эти кусты. Блять, арта по мосту. Опять вообще... эти блоки, да ёпр СТ. Второй галеб, блять. Вам нужен ангел-хранитель? Тут вылетать недалеко, они успевают, да, закон. Размен. Челленджер. Блять, лонгбоу, ёбаный в рот, нихуя туда прилетело, блять. 2 челленджера, вылетел. Держи. Блять, ракетки кончились у меня, молю. Ну, подсвечиваю. А, там истребители. Блять, пропал. Что там за звуки у вас? Веселимся. Угу. Парни, нужно срочно на Дмитрий. Помощь, парни. На Дмитрий. Дай, кидай. Совпадение или то, что куда бы ни пошел Алекс, там проигрываем? Он просто за них играет. Я думаю, да. Он помнит, как ты Б5 разбомбил его, теперь играет против нашей команды. У него даже это записано. Нихуя, блять, арты прилетело туда. Ребята, отработайте сюда, смотрите, сколько арты это. Челлендж же второй, нужно один выбить.
Зора предлагает вступить в ВДВшниками. Арта работает по Дельтафорсу. Парни, чем скинуть нужно срочно на этот? КШМ-ка стоит вот здесь. Кисенко работает, РСЗО. На Дмитрий. Все хорошо. Дельтафорс свалили, правда. Убивайте их своими силами. Парни, мы как прохворотим, Дмитрий. Чуть-чуть. Давайте давить хотя бы справа, с Елены, а? User joined your channel. Челленджер в кустах, ну. Парни, ну что-то пиздец, конечно, с этим у нас, с Дмитрием. Где вся наша артиллерия, которая это может вынести за раз РСЗОшкой? Блять, сказал же, ёбка. Нет, зачем? Зачем? Проверка завершена, к вылету готовы. Что надо играть пехотой, а не артой только. Мои проски пехотинцы держатся еще. Господи, сколько ПВО. Ну где арта работает-то, ё-моё? Там у нас штормеры уже летают. Блять. Да как так-то? Ну хоть арту бы выбивали, а? Алекс, ты больше меня ругаешься. Да потому что мы просрали Дмитрий по одной простой. Вот парни, вот у кого арта? Вот смотрите, вот стоит вот эта хуета. На Дмитрия. Мы сейчас по очкам просираем. Хорошо, хоть так захватил. Парни, выручайте с ПВОшкой. Парни, пехоту нужно срочно на Дмитрий. Да я тащу пехоту. Они сейчас походу сейчас на Харитон хотят зайти. Сейчас будут на Фидо, на Федор, скорее всего, будет. Блять, весь всему спецназу пизда. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Где там мой голотус? User joined your channel. Здорово. Привет. Здорово. Радарники есть, на Дмитрия высылайте, не ошибайтесь. Хорошо. А если ошибемся? Парни, я думаю, там ПВО плотно. Синдром, ты по-прежнему занимаешься Парни, за... вот сюда Артур долбили на я сегодня вход, в первый раз. Вход, до этого я нормально Артур. Играл. А чего вы не хотите убить КШМ-ку на Дмитрия? У вас там куча ствольной артиллерии. Блять, вот а что ты не хочешь начать розыгрыш? Я тебя, в принципе, из него вычеркну, даже если ты выиграешь. Розыгрыш чего? Розыгрыш его попки. А-а-а, слушайте. Подожди, ты... Хочешь принять участие? Подожди, если я выиграю, то ты меня вычеркнешь из списка. Парни, приседом. Где-то тут Гуска у нас хоть что-нибудь... Лангбой наглеет, ребят, на лангбой наглеет. Парни, ну что такое, блядь? Да не горит, меня, не горит. Ну а сейчас налево вообще-то нападать будут еще. Парни, у нас тут справа вообще жесть. Не бомбит. Нас везде это жесть. Центр. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Блять, мне пехоту выбили нахуй. Пиздец нахуй. Вы что-то заметили? Херосин, наше все. Вот ихняя арта это пиздец. Вот почему я не люблю с артодеками играть? Это потому что... Да. Фальши, смотрите, фальши что творят нахуй.
наше небо. Аккуратней 102-м. Колбасили все-таки от Ми-2, да, это смотрю. Я говорю, поэтому нужно Федора там что-нибудь, я не знаю. А куда они КШМ-ку-то поставили, блядь? Разведчик, мертвый разведчик. Почему-то спамят мне кажется, пехоту, что вы хотите дико рисковать туда нашими жизнями. Блядь. Задымите этот, или давайте сам задымлю уже. Давайте штурмовать. Как же не горит у Алекса? У меня не горит. Горит совсем не у меня, да? Ты прямо как американцы. Нет, это не урановые снаряды. Парни, у них реально очень много арты. У нас что, блядь, две артодеки, ёбаный в рот, нахуй. Какого хуя, блядь? У меня не горит. У них три, а у них три, блядь. Пылай, жопа, пылай. Я не шучу. У них три артеки, а у нас две, да. Поэтому мы не можем, блядь, двумя смерчами перебить всю их арту, Саня. Это объективно. Хотя мы решаемся, и какую-то часть уже убили. Ты понимаешь, ты даже с синдромом разговаривал сейчас. Кошерно горит, что могу сказать. Да потому что мы, Дмитрий, блядь, просрали. Еще у меня... Я так и не понял, почему мы просрали, блядь. Кстати. А ты думаешь, американцы сами придумали ядерное оружие? Пойду покурю, а. Думаешь, при помощи Алекса? И, короче, этот как раз подэтывается. Подлечится. Вертушки тут, всякая хуйня. Ладно, пойду покурю. Не обессудьте. Пошли наступление. Атакам с нацентр. Куда? Чем? Объясни мне. Мне тут все нахуй законтрили, блядь. Как я вилкой-то наступать буду? Вилкой наступаем, на тарелку наступай. У нас просто, понимаете, мы по очкам всираем. Я не знаю, либо сейчас, короче, им всю арту перебить. У них стоят два челленджера. У нас, блядь, две артодеки. У нас стоит две челленджера, блядь. Ну успокойся, через 20 минут у них, через 20 минут. Смотри, они с леса стреляют, а они из леса быстро не уйдут. Артой. Стреляйте вот по точке. Они из леса не успеют выехать. Чем Вани там не стреляли? Делайте нервку, сейчас накажут. Ребят, ну, давайте еще пока поддерживаем. А чё, британский пулеметик понерфили? А что с ним было не так? Ну, было скорострельное колесо, потом 500, теперь 450. У пехоты? У фузилеров. Ну, видимо, это... Да-да, слишком сильно набега наебало. Понерфили. Если она теперь как у Северокорейцев, то она около бесполезна. ПВО на центре включать.
Ну да, да, фузеров. То бишь смысла больше в фузеров нет. Ну, разворот, разворот. Югославы. Буратино, уберите отсюда. Где-то у нас... Атакам сняли. Кто-нибудь поставьте сюда. Кто танками играет? Да-да, там бихоры едут уже. А у нас танковый док есть кого-нибудь? Слева полу. У меня югославский, но все равно на танк. Чё, Буратино будем дожидаться или штурмовать? Не, именно профильная. Просто я могу купить, в принципе, танки. Вы играете в полях, и у вас ни одной танковой деки. А у нас зато две арты. И мы не можем убить их три арты. Что вы думали вообще? А мы не думаем. Я думал над мыслью, нафига играть вообще завоевание на 2 часа. Нет. Да вон Буратинка ездит, а что-то у нас. 2 часа это очень мало, надо 24 часа 48 минут. Я тебе намекнул, получается цифра в лимите времени 1.4. Я прекрасно видел эту цифру, да. А так как я фашистов не особо люблю, то я и запомнил. А почему фашистов? Ну, нацистов, нацистов, да. Мы не пробьем их ПВО. Не надо летать там самолетами. В смысле, как эти цифры связаны с фашистами? А ты не знаешь эту древнюю легенду? Древнюю легенду. Ну, просвети нас, сирых. Нет уж, нет уж, читайте энциклопедию, просвещайтесь. Сейчас открою украинскую вики. Слушай, ну это, конечно, получается вообще прикольно. У фузелеров гранатомет, который пробивает на 8 больше, в 2 раза скорострельность, и у них разница против Бачинксу 5 очков. То есть между ними колоссальная разница, но стоимость всего 5 копеек отличается. Обалдеть. Ну, потому что регулярный пехот не может стоить 20-ку. Я понимаю, но просто ты понимаешь, значит, тогда Бачинксу должен стоить 5-ку. Ну что, ребят, дымить? Если ты не заливай начало города, наоборот, конец заливай вот туда, потому что мы потом высадиться не можем. Заливай конец, лучше кофем сразу. То есть пусть по нам стреляют, но они не видят ничего издалека, да? Да, пусть по нам стреляют, заливай конец города. Вылетаем. Хорошо. Без нас вы были бы слепы. Либо, не знаю, либо нужно пехоте такой, знаешь, который гавен на гранатомет. Давай тут просто много снарядов, то есть там в 2 раза больше с ракет, там 12 штук, 15 штук, что-нибудь такое. Такси, такси заказывали? Вы хоть вертушки двигаете, у вас даже вертушки носят артиллерию. Еще закреплюсь в городе. Ну все, идет пехота. Такая живая идет уже. Да он еще и под обстрел попали. Проверка. Нам слева фланга нужно танками давить, у нас что-то никто не ведет их. Это кап слева. Самолеты бомбят куда? Это наше небо. User disconnected from your channel. Интересно, а Гурка себя запиздит? Нам не планы на хрен. Что, морская пехота? Гурка себя запиздит морскую пехоту? Нет, это легкая пехота. Почему? Гурка себя это походу эти. 15 человек тоже. Парни, игл, нужно перебить. Ну, помечник или десантники. Знаю, вот ты сказал. Я взбил. А вообще да, у них пулемет хуже, а зато у них лучше автомат. Контрики хуже чего у них? Хуже, у Горкса хуже пулемет. Хуже кого? Чем морская пехота. Какой? Да какая разница? Юнита морская пехота. С каких пор мини-ми хуже какого-то пулемета? Что-то я не понял, что сейчас сказал. Пулемет ми-ми-ми. Пулеметчики ми-ми. Собралась бы. О, кстати, сейчас да, вообще лучше. У Гуркуса с мини-ми и как бы гранатометики. Нет, обычный Гуркус. А зачем тебе обычно, если топовое устройство? Убирайте Мишку, пока ее не законтрили. Такси, такси
Запиздить. У меня только заходят, сразу ложатся. Корпусы в городе практически любую пехоту заражат. Я так и знал, что вы наш покой не оставите. Кроме пацанов с ППШ. Им еще дали, блин, еще помимо миним, еще и ППшечку. Зараза, храм. Еще минус 3 гаубицы. А может их не контрить, потому что в трех деках этих гаубиц я штук 10 нарубил. Да тут забросать бы всю их базу просто фугасами, чтобы фобу выбить. Это, по-моему, дешевле выйдет. Там слева, тут слева фланга вообще невозможно. Слышите, сколько танков слева? Что-то... Я, кстати, довольно много забрал их арты, но что-то, блядь, толку от этого нихуя не заметил. Ну, эффекта нет, да? Ну, может быть, без этого... Наверное, может быть, без этого артиллерии бы еще больше. Да, что там с вихрями у нас? Вот здесь Алекс, еще кто-нибудь. Право заходим пехоту. И танкиста, и веселых друга. Ему больше не наливать. Это чего же? Корпус выполнит любое ваше желание. Новая доставка на что, у нас все слева ведь? Справа никого нет, что ли, или что? А справа они не воюют, у нас все хорошо. Не, ну может, ну, тут вообще оттянуть их, они просто все силы на левой тянут. Слева, не ясно же. Ну, справа у них вот здесь вот юниты есть, здесь там юниты есть. Все артой заливать, нахуй. Ой, команда Марина хорошими стали. С разведкой вот здесь аккуратнее. Купы починили или как по-прежнему все делали? Гамму уберите. На игл, вывалитал на игл. Кого починили? Куты. Не, а ты что, о чем-то? Ну, там же 80-80. Ну да, нормально. Они с своих говнопулеметиков пиздят вообще все, что можно такое пиздить. Ну да, логично. Снял, да? Бобра сняли? Игл убрали. После думаешь, у них там только автомат, у них еще катан. Да. Это вообще суровые ребята. Сюрикены. Я думаю, они просто суд кипятком в лицо врагу, наверное. Ты понимаешь, одна рука у них держит пистолет пулемет, а другой сюрикены кидают во все стороны. Палят ваши танки, или что, они там сами выехали? КШМ-ка стоит вот здесь. КШМ-ка огонь. Нет, уже не стоит. Пехотная. А, нет, вот здесь, на дальнем углу. Вот еще КШМ-ка. Шутка, правда, зараз. Собирайте. Доктор, у меня не стоит КШМ-ка. Ну, кстати, нашу КШМ-ку на Чарли выбили. Где? Нашу КШМ-ку на Чарли убили. Блядь, да как так-то, а? Как, взяли и ёбнули. И дела. А вот же, вызвали. Тут пусть две будет, одна запасная. Может попробуем с танками зайти? То есть танки... А вдруг убьют? Да. Блять, я не знаю, там все дымить надо. У вас там МПТшка пытается танк убить. Это нормально? Да, и да, вторую убили КШМ. Ты думаешь, у нее не получится? Ну, скорее всего, нет. Конкретно, кстати. Они прикрывают, они дешевые. Сразу вызывайте запасные КШМки рядом с секторами. Чтобы не терять очки. Ну, зря не видишь, БМПТ только их напугало, что не куча выходит. Киньте мне, пожалуйста, кто-нибудь КШМ-ку на йод запасную. Проблемы. Есть приказание, сэр.
А что у нас на Грегоре-то нет кошемки? По какой причине нет кошемки? Только что выбили, уже отправили машинку что туда. Что убили, хуям? И так тоже бывает, да? Парни, нас тут, блядь, убивают всё нахуй. Ну они артой прочесывают все сектора, мой сектор уже минут 10 бомбит. Пока не угадали, вот куда бить. Ставьте две кошемки на сектор, чтобы пока одну обстреливают, ее можно было двигать. Парни, ну может быть справа тогда рашенем, а как-нибудь, я не знаю. Ну я предлагаю тогда уж вот сюда вот дымы поставить и рашить через Федор. Это самый часто получающийся способ. А слева благополучно будут обстреливать. Ну и пусть обстреливают. Уже полчаса обстреливают, что изменится в нашей жизни. Кстати, если вы посмотрите на их респ, увидите, что там довольно много ёбнутой арты. Не меня же обстреливают. Да у нас такая же ёбнутая арта. Не, ребят, просто вот серьезно, слева танков куча, у нас танков налево вообще нету. У меня два танка. Парни, есть. Парни, у нас рашит там, вот про смотрите, запас. Просто проверяет, вообще есть или нет. Есть. Что тут проверять-то? О, готовятся, так, смотрите, короче, готовятся. Мы тоже готовимся. Давайте танки налево. Я выведу хуйли охоты. На самом деле очень много пехоты. И поползу в их сторону пехоты. А сзади должны ехать танки и всех пиздить. Право? Ага, заказу побольше. Лево, не вопрос. Сюда. Танков нагоню самых топов. Но самые лучшие, брат. Как первая любовь. Только из Абхазии, да? Вчера приехали. Соседи южный. Как для себя подбирал? У нас, кстати, путоровозы есть у кого-нибудь? Да. Персонального. Там бы это, повыбивать им, что ли, вот это все говно. Я бы прикрыл. Ну и как, челленджер МК-то? Давай Шемп. Прикрывай, вылетит. Давай, пошел направо истребителями. Сейчас, погоди, секунду. Радары тоже взял. Все, поехал. Парни, ну КШМ-ка же стояла там. Ну чё, когда будем Дмитрия брать? Ты куда полетел? Я про правый говорил, если чё. Зора, кажется, что рано 80-ки едут. Синдром, я про правый говорил, я метку справа я ставил. Я понял, Аллах Акбар. Ну уже поздно. Ну, по очкам изменялись. А, ты его сбил всё-таки? Тогда ладно. Ну, бить-то убил, но всё равно жалко. Не, ну нормально. Так... Какая разница? Какие очки? Вот сюда, арта, пожалуйста, будьте добры. Ну, будьте бобры. Блять, арты пиздец, конечно. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Три арта, да и как? Ёбаный в рот, да как так-то? Парни, у них три арта. Чё у нас с респом? Вот, короче, респ, наш респ. А чё они сейчас возвращают, едет кошель. Вы за картой следите или нет? Нет. Поэтому и говорю, что наши есть. Вот видите эта пехота? Вот эта пехота. Видите, подожди. Ее реально много. Вот, видите пехота? Ее много, блядь. Пехота много. Много пехоты. Так, а что ты хочешь, я отправил бы там? Много пехоты, много пехоты. Моей. Много пехоты. Да хуище. Моей пехоты. Мы так просрём, короче. Не их пехоты, а наши пехоты. Моей. Дай пятого туда. Хочу ее отправить в Мальгалу. Много, блядь, пехоты, много, блядь. Ай, не могу, блядь. Путем наползания до противника. О, они купили пканы. Под кроватые войны, что ли, наползают? Это мне нужно. Теперь вы понимаете, почему у нас запрещена арта? Потому что вот этот вот анонизм, он радости не приносит ни той, ни другой стороне, на самом деле. Анонизм не без радости, ты чего? Потому что фантазия нужна для нормального анонизма, а тут фантазии никакой. 8 танков. Готовы поддержать. Нужно топ-танки и ПВО. Я ползу в их сторону. Куда? На Дмитрия? Да, на Дмитрий.
Я прям наползаю, а сзади буду. Ты сверху будешь? Я так волнами буду наползать. Ответы поддерживайте. Будет 6 стрел, потом буки подъедут. Давай Буратино отстреляюсь. Ой, на вас уже что-то там летит нехорошее. Ну давайте, прийти, чё. Буратино, даю залп. Наползайте, наползайте. Типа, удачи вам. Давай, наползайте, братья. Парни, ну тут пиздец, конечно. Где ты это уже слышал? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ты понимаешь, ты, конечно, когда наползаешь, там вся пиздец есть. Народ, на каком сервисе хоть сидите, хоть скажите уже. Первый группон. Как классно, смотрите, ребята. Наши зашли, а это дымовая хотя бы, ну хорошо. Не-не. Тут пока еще нету атамана, так что пока можно играть без опасений быть убитым своими. Все, Буратос мы снесли. На центре ПВО включаем. И выключаем. Блин, ну чё ж они не любят так мать? Пиздец, конечно, арты у нас, блядь, да хуя просто. Танки, 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 хоть вперед, вперед, танки. Давай, 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 Селвер, помогай. Блядь, какие танки нахуй, блядь? У меня тут танки уже все, блядь, разобрали. Главное в мост переехать. Главное ползти. Так, хорошо, хорошо. Аккуратнее с 52-кой. Аллаху Акбар. У вас там 52-ка убивает. Зоро. Нам опаться отгоняют. Меня обманули под мотком, они нет, нет ничего мотком. Куда нам отправляться, сэр? Они на гру сидят, какой мотком, вы чё? А, меня обманули. Коварно. Тебе сказали, гру первый. Ты мотком сказал? Глухотень. Нет, ты мотком сказал. Чё, нет. Тут я синдром жестко накрываю. Два самолета летят, ребята, F-15. Это радар. F-16. Парни, шеемка стоит, доползет. Блядь. Пуфик, ты упоролся, я так понимаю. С новым годом, с новым именем, да? Угу. Уже новый опять? Да, да. Нет, Патриот. Потом просто его не видел. А чем ты сбежал? Ты испугался? Ты заставил его уйти. Он это, как бы, испугался на ползание. Да мне все равно нет. Хватит мои танки огнеметить, блин. Получай, гад. Не, ну, блин, думал, он что-нибудь плохое против нас, вот и получай. Блять, нихуя у них там вертушек, блядь. Давайте, 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 наползаем, наползаем, наползаем. Синдром. Вторая волна поехала. Пиздим их. Есть для нас приказ. Блин. Видите? Сработало, поползло. Вы только не кучкуйтесь. Вот что это за человек? Чтоб танки по тебе не стреляли. Так это и наши танки не стреляют. Чтобы поебал не давать. Наши пока заедут. Конечно, пишу. Я уверен, что и Алекс пишет, чтобы потом тебе предъявить. Я разорвал их танки, хули мне. Мне нужно ПВО. Сейчас ПВО заезжает туда уже. Наползай, наползай. Что там, медленно вползаете в сектор? Входим, я бы сказал. Медленно и печально вползаем в их сторону. Но уверенно. Нам бы ПВО еще наземное туда. Волнами, волнами. Да и 6 стрел волнами. Там, пока ничего больше прислать не могу. Сейчас тонбуски подъедут. Ну пехоты, давайте, я что-нибудь кину. Нужно пехоты, до хера нужно, блин. Пехоты, да, пехоты там и так до хера. Не, пехотные эти, ПЗРК. Буду сейчас. Я долго так наползать не смогу, у меня пехота так кончится просто. Ты же говоришь, у тебя много так пехоты, что, много пехоты. Так что пиздить идите их срочно, пока у меня много пехоты. Пехоты, много. У тебя. Я танки их разъебал на полмосту, никого нет. Пиздим их дальше. Уверенно пиздим их. Проползли эту херню, ползем на следующую. Ползи, пока молодой. Давайте к шемке ставить.
Не забываем про кшемки. Где Жукова? Много пехоты наползает по полю. На прямки. Много пехоты немало, давай, нормально. Знаешь, когда пехота много, то... Да, много, да. Оно как-то увереннее стоит. Еще нам нужно другого. Арта сильно меньше стал. У них фобнер кончились тут. Конечно. 500 очков на старте и 3 арта дейка. Ага. Да, сейчас вертолет и готовьтесь к ВО. ВО подъезжает. Да, все, сейчас доедем. Поставить 50 очков на старте. Все. Ни одного хода. Вы напишите, что ПВО, нам нужно ПВО. Да ну он стоит, оно не подъезжает. Сейчас подъедет. Да вот ПВО стоит. Вперед его двигай. Ты выберешь еще. Ты нам тут не указывай. Это тут не то. Тут вам не это. Это не то. Тут вам не то. Там тебе не тум. Да, да, да. И прочее. Тум-тум-тум, не тум. Угу. Тра-та-та-та-та. Пошлите на Федор. Да вы их прикройте, мы подвинем. Танки вперед. Танки для слабаков. Вот я сбил чего. Вот здесь минометы в кустах. Фигач прям по кустам. Встречный бой, давайте. На встречу, чтоб приезжали, и это. Прям на бой. Сейчас смерчика на пьет. Чем свои же свои танки? Ну свои по-любому, это уже факт. Не, почему? Жи накрывает. Потому что метковым. Смотрите, как накрывает, смотрите, блять, смотрите. Аккуратней, аккуратней с ушкой. Ну и я, не своих, то чьих. Смотрите, как нагло. Не чужих же. Мы же люди в конце концов. Все же мы люди. Опа! Где люди? Ну где-то тут. Опять ебучие вертолеты летят. Давай. Да нормально. А у нас ПВО как стоял, так стоит. Куда я тебе? Я сейчас только что его подвину. Ты знаешь, что мы съебали с танками. Ну потому что танки разбирали, танки сейчас выехали, их разобрали вертолеты. Я могу их к ним на базу загнать. Все, а теперь моих танков там нету. Вперед, ползем вперед. Вон, видите, все, нали. Тунгусский так достает, все нормально сейчас. Пехоту Синдром, разгрузите. Синдром, ты большой ползу. Мега ползу. Мишени, чтобы танки работали из-под этой ебаной пехоты, понимаешь? Гарн одобряет. Вперед. Все нормально сейчас. В конце концов, 100 раз так делают. Смотри, а Барн смотрит наши тут записи или нет? Да. Сейчас еще волна придет, вот и. У Барна там Варнунг есть интернет, ютубчик? Вот перед, вот этот наказать бы чем-нибудь. Я надеюсь, Серов, ты это не записываешь, я надеюсь? Я уже ответил, что записываю. Блин, уже это выложил на ютуб. Нет, нет. Как ты там наползаешь, вся планета увидит. Правда, что ли? Ну не надо. Надо, надо, надо. Давай это... Ну, великий наползун. Я уже отправил ссылку на видео 10 своим друзьям. Да. Бля, да вы что, прикалываетесь? С одной стороны, мне интересно это, со стороны посмотреть. Я не хочу, чтобы кто-то еще это видел. Это просто же, это будет лютый пиздец, это будет очень, очень жутко. Да, но если мама увидит, она заругает. Да. Как раз мама, скорее всего, просто жжет. Есть Глебчу кого-нибудь отпиздить переха? Я вон полетел упиздить, но все. Меня быстрее запиздят. И катка сделана. Даже Сади истерить хотел. Нормально, волны. Донор отошел. Пока туда не придут свою элиту. Все не просрал, не пошевелились, нихуя. Нет, началось... А попробуй кассетами подготовить туда удар. Я организовал оборот и заставил туда наползать, и все. И мы выиграли. Нет! Истребители направо идут, я не знаю зачем, но они идут. Подготовьте ПВО. И не херачьте от КШМ-ки, ну вы чё? Вот это вот что за дела? Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Тем более у нас их почему-то там 4 штуки. Переха, вот долбит, заебал он уже.
Ну, все, они все развалились. Волк. Ну, после такого, знаешь, то, что ты с ним сделал. Как ты наполз на них. Медленно волнами. Волнами, да. Моя волна медленно на тебя наползает. Да нет, просто у них арта кончилась. Спасибо, Судар-7. Синдром, спасибо. Пожалуйста. Я сначала наползаю, а еще и налетаю, видите? Да, блядь, у него дохуя больно ракет. Вы что-то заметили? Ну, сколько там говна? Два человека осталось. Да, там двое осталось. Ну они после такого мяса решили ливнуть. Но у них сейчас будет еще больше мяса, если вот эти... Сейчас будет именно мясо, да, в честном виде. Мясо, да, вот сюда кидайте все, что можно, блин. Там кассеты же были какие-то. Две артадыки, кидайте. Вот атаку. В отличие от этих дрочков, ну и экономим фобы. Так, где там мои фобы? Один выжили, второй, потому что он в стороне был целый. Парни, что, обменник вернулся? Итак, кассеты. Долго-долго югославский заряжает, летят. Полетят. Ну что, Югославы, между тем, как вводить поправки, наверное, накатывают. Все. Какая нудная игра. Да ну нахуй так играть, блядь. Так ты сам тут говорил, что интересно. Нормально.